Найдовша дорога в Покрові тепер нова і сучасна. Через вулицю Тикви пролягає основний маршрут автомобілів, які прямують у місто та виїздять з нього. На ній розташовані промислові підприємства, автовокзал і відділення поліції. Зараз її капітально ремонтують. Вирівнюючий шар покриття підрядники вже уклали. Наразі вкладають верхній. Аби зберегти нову дорогу від тріщин, використовують спеціальну сітку. Ремонт планують завершити до кінця літа. Она была разбитая, конечно, сильно, а сейчас делаются ремонтные работы. Сюда много въезжает, как бы, автовокзал рядом, транспорта. Она все-таки ремонтируется и делается красиво, хорошо. В этом году мы ремонтируем 4 дороги в городе Покров. Одна из которых – это улица Тыквы. Это длиннейшая улица, находящаяся на въезде в Покров со стороны Никопольской трассы, которая долгие десятилетия была в плохом состоянии. В этом году улица получит абсолютно новое дорожное покрытие, разметку и 5-летнюю гарантию от подрядчика, означающий, что в случае появления дефекта в течение гарантийного срока, все дефекты подрядчик устраняет за свой счет.